Подошли сроки сдачи квартиры? Мы для вас подготовили чек-лист для приемки новостройки в Дубае. Сергей, давайте пройдемся по основным чекпоинтам. Прямо 1, 2, 3. Зафиксируем, на что основное нужно обратить внимание при приемке квартиры. Заранее составьте себе список возможных дефектов, пользуясь здравым смыслом, информацией из интернета, чтобы на месте вы уже не думали, на что вам нужно обращать внимание. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Первое, на что бы я обратил внимание, на соответствие площади квартиры заявленной. Раз, замерил. Тут получается 7,9 метра. Потому что все квартиры, которые я перемерил, штук 10 их было, ни в одной квартире не было заявленной площади. Теперь меряем максимально удаленную точку до противоположной стороны. 8 метров. Это нужно еще замерить балкон. 1,44. Так, 1,86. И разность, причем, составляет больше 5%. Это правило не в нашу сторону. Нет, нет, не в нашу. Проверьте соответствие фактических размеров проектной документации. 65,8, а по title deed в квартире 71 с копейками метра. 5 квадратных метров. Куда подевались эти метры? Всему виной другая методика измерения площади в Эмиратах. Площадь меряется от внешней поверхности наружной стены. Проверьте работоспособность всех электрических систем, бытовая техника. Выключатели, розетки. Хотя бы туда включить зарядное устройство для телефона. Проверьте сантехническое оборудование на наличие утечек и неполадок. Когда вы приходите в квартиру, нужно все краны открыть. Сразу пришли, открыли все краны и пошли проверять квартиру. И пошли, да, проверять квартиру. Нужно обратить внимание также на трапы, которые установлены на кухне и в туалете, подсобных помещениях. Потому что вот в данной квартире, когда я открыл крышку, полиэтиленовая пленка транспортная не снята. То есть ты думаешь, что трап работает, а на самом деле он вообще не работает. Проблема с доступом к электронагревательным приборам. Вот в данной квартире люк для водонагревателя соответствует его размерам, то есть его можно поменять. В основном в квартирах, в которых я был и принимал, там люк, который позволяет посмотреть бойлер в два раза меньше, чем сам бойлер. В результате не заменить, не обслужить его невозможно, потому что мы его не видим. Обычно срок службы бойлеров несколько лет. Да. Кстати, здесь большая проблема. Вы не можете сами лично вскрыть потолок и его отремонтировать. Вам нужно нанимать какую-то компанию, которая это сделает, получать approval от менеджмента билдинга. То есть смена... простого прибора, да, вырастает... Да, вырастет в несколько тысяч дирхам. В некоторых квартирах этот бойлер установлен на бок. То есть у него вход и выход воды осуществляется не снизу, а сбоку. А это что значит? Что половина воды... все время, да, не использовано. Кондиционирование и подача воздуха. Оцените работу систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Кондиционер, который установлен под потолком, производит забор внутреннего воздуха и только охлаждает воздух. Для того, чтобы мы тут не задохнулись, существует подмес свежего воздуха, тоже за потолком. Это воздуховод идет обычно на крышу, там установлены мощные кондиционеры, которые предохлаждают этот воздух и подают в квартиру. Так вот, этот поток должен быть нормирован. 1 метр в секунду он должен составлять. А поток рассчитывается из кратности воздухообмена в час. Какая проблема может быть из-за того, что поток гораздо сильнее, чем... Сырость, грибок. Из-за того, что идет сверхподмес, сюда попадает влажный воздух. И при температуре 24 градуса тут становится жарко, весь мокрый сидишь. А при температуре 23 начинаешь дрожать. Потому что очень дискомфортная среда получается. Пол ледяной, может быть 15 градусов. Потому что датчик меряет температуру на уровне груди. В результате на холодном полу все время налет влаги. Дискомфортно по нему ходить. В результате был куплен осушитель. Где-то за 3 часа его работы собирается около 5 литров воды. То есть воду покупать не надо. Можно пить воду дистиллированную. Вот я его сейчас выключу. Вот он проработал часа 4 у нас. Вот, я показываю, сколько воды... Сейчас отсюда мы выльем. Если бы не работал осушитель, вся эта вода была бы в стенах. А что потом случается со стенами? Холодный воздух опускается, и над плинтусами образуется плесень. Когда уезжаешь из квартиры, нужно этот клапан закрывать. Чтобы иметь возможность его открывать и закрывать, нужен люк в удобном месте иметь. Вот этот люк, он недоступен, сделан в неправильном месте. Клапан, который там стоит, закрывали при помощи костыля. Дотянуться невозможно. Костыль.
Да. С таким лучший инструмент. Русские инженера приехали в Дубай. Да, будем бороться с влажностью. Тут 108 кубометров. То есть мне нужно, чтобы в час они сменились. Делю на 3600 секунд. Получается 0,03 кубометра в секунду. Так, вот я закрыл. Чуть-чуть откройте. 1 метр должен быть. Теперь чуть-чуть открываю. Вот, наверное, метр сейчас. Вот этого достаточно. Прекрасно справился с своей работой. Еще мы думаем, зачем этот костыль? Ну. То есть вот он сейчас открыл так, чтобы он у меня по нормам, тут достаточно находилось кислород. Тут было 6 норм. В результате того, что это было неправильным образом открыто, у меня в 6 раз больше тут влажности было. Если люки находятся не в должных местах, нужно требовать от застройщика переделать люки. Либо иметь друга с костылем. Да, либо иметь друга с костылем. Не надо, я сам. Запишите каждый дефект, который бы вы хотели исправить в вашей квартире, в протокол дефектовки. Поэтому сейчас будем писать жалобу застройщику, чтобы он сделал люк в положенном месте. What the f-? А вообще-то говоря, там должен стоять электроклапан, которым можно регулировать поток воздуха в зависимости от времени года. Особенно это касается квартир, в которых не проживают люди. Довольно простое устройство, стоит около $100, которое позволяет открывать и закрывать, не используя стремянку. Ставим электроклапаны. Это была реклама электроклапанов. Проверьте состояние декоративных элементов, но на много не рассчитывайте. Смотрите, как лежит паркет. Видите? А должен как лежать? Вместо того, чтобы паркет положить как положено от двери к окну, как это делают по стандарту, его положили почему-то перпендикулярно. А у нас там плитка не встык, пусть переклеют. А тут никто нахуй не умеет плитку встык делать. Также оцените качество стен и потолков. Вот, видите, уже вспухла краска, и видите, вот там черная. Это значит, что под краской образуется плесень. Сама штукатурка – это органика. Внутри содержится казеиновый клей или костяной клей. И плесень его очень любит. Проверьте все замки, домофон и наличие огнетушителей в прямом доступе. Незакрепленный огнетушитель. Он должен быть закреплен и рядом находиться специальное противопожарное одеяло. В доступности от газовой плиты на кухне. Не в кладовке стоял. Потому что пожарные службы приходят и проверяют. Он должен быть в должном месте закреплен. Возьмите с собой телефон и сделайте фото или видеофиксацию всех помещений, потолков, стен, окон и всех основных элементов квартиры. Имейте в виду, что на исправление дефектов уйдет какое-то время, и вы это время должны находиться в Эмиратах. Либо вы должны выдать доверенность представителю. Грамотная подготовка к дефектовке поможет вам избежать лишней волокиты и потери времени. Это вот круто про костыль было. Ha ha ha.